Жамиль! Жамиль. Где вы работаете? Со своим бизнесом Азербайджан занимаюсь. У вас бизнес? Да. А кроме бизнеса у вас еще что? Есть жена, есть дети? Жена. Есть жена, два дети. Зачем вы так грустны? Что-то случилось? Нет, все нормально. Не может быть. Я клянусь, этого не может быть. У меня ощущение, что из Баку вы выехали, было 130 килограмм. Вот вы сейчас доехали, что-то случилось по дороге. И глаза у вас сразу грустные стали. Чего привезли-то? Там вам фрукты из Баку, фрукты приносят. Но вы их съели в поезде. Я не под это не укор. Не. Просто мне интересно. А вот этот знаменитый азербайджанский коньяк, вы так все-таки выпили по дороге? Не, коньяк я не пью. Вообще не пьете? Я не пью, я за этого вам не пью. Я вообще на один рука не беру. Нет, вообще-то надо сказать, что логика железная. Я сам не пью, поэтому и вам не привез. Вы знаете, я должен задать вам этот вопрос, но это на самом деле правильно, потому что иначе вы не в равном положении со всеми. Вы русскую школу заканчивали, вы по-русски хорошо говорите, или по крайней мере понимаете по-русски? Понимаю. То есть то, что я сказал в задании, вам понятно, да? Все понятно. А? Еще раз скажите. Ты разговаривал, я уже... Сектор приз на барабане. Приз. Приз в студию. Я с вами не могу, потому что, как бы сказать, я настолько к вам благорасположен, как, честно сказать, как весь зал. Вы вообще симпатичный мужик, честно вам скажу. Просто симпатичный человек, вот все. У вас же собственный бизнес, да? Да? Так предположить, что вам нужны деньги, было бы глупо. А? Деньги не надо. Не надо? Не надо. Крис, только я хочу отполчить этот приз. Это первый человек за много лет, который сказал, деньги не надо. Знаете что? На самом деле, мне очень приятно, что из этой замечательной страны и из этого светлого города, в котором я столько раз был, приехал человек, никто не будет возражать, я даже торговаться с вами не буду. У вас сколько детей? Двое детей? Двое детей. Дай вам Бог. Спасибо. Возьмите этот подарок, пусть в семье вспоминают, как вы здесь были. И вас пусть все любят до конца дней ваших. Подарок в студию! Возьмите, это ваш. Спасибо. Будете барабан вращать?